Республика выделит дополнительно 6 миллионов 860 тысяч рублей на социальную поддержку работников образовательной сферы на селе. В связи с изменениями в федеральном законодательстве эта норма закрепляется и на региональном уровне. Средства на соцподдержку бюджетников будут направлены в этом году. Ранее социальную поддержку по оплате жилищно-коммунальных услуг получали педагогические работники, библиотекари, образовательных организаций сельской местности. В соответствии с изменением в федеральном законодательстве, данная мера социальной поддержки будет распространяться также и на руководителей образовательных организаций сельской местности и их заместителей, а также на руководителей структурных подразделений и их заместителей.